под гробу рукоплесканий он выходил с кивком в предбанник, где ласкали таранькой и пивком. Мужчина любит ласку, и он не возражает, когда любимые руки мужчину приласкают. Или ласкают детки. Мужчине хорошо. Но вот зачем, скажите, в предбанник он зашел? Ласкают там таранькой. Опасного нет в этом. Сушеная рыбешка, грамм 100 или 200 весом. А коль пивною кружкой, такой большой, стеклянной, или бутылкой, или жестянной с пивом банкой, прицелятся как смогут. Напиток алкогольный, кивали не кивали, вам долго будет больно. Купайтесь лучше дома, отважные мужчины. Жена вам купит пиво, потрет мочалкой спину. Поэтесса Лиза Софийская написала: «В моей душе звезда больна, ее лучи царапают и колят, и хочется запить ее водой». Пародия называется «Совет». Коль в душе звезда болит и колет, и царапает, запейте алкоголем. Вам обычная вода не поможет никогда. Михаил Нержин написал: «В фойе влетела старая листва с осенними безумными глазами, скрываясь от голодного костра». От жутких глаз называется глаза. От жутких глаз сегодня спасу нет. Я вся дрожу. Помилуй меня, Боже, вслед за листвой в фойе влетел поэт с безумными глазами тоже. Бежать, бежать, опасно здесь теперь, не тратить ни минуты на раздумья. Но тут влетела кошка в ту же дверь, в ее глазах кошачье безумие. Листву страшил костра голодный свет, ей хватит даже обгорелой головешки. А глаз ее в безумство впал поэт, и от того ж его рехнулась кошка. Кошка, но не та. Мяу. Это что такое? Господи, котам нельзя! С котами нельзя, ну брысь, в таблицу позову. Музыкальное сопровождение есть там этой кошки? Бешеный.